Потом предлагаю футбол сыграть разочек. Или Рубиков. А как же Рубики? Ну, Рубики тоже, но видишь, они что-то ломятся. Они даже ни разу не играли. Мне очень понравилось, не знаю. Из всех режимов оно самое веселое, самое динамичное. И ты реально чувствуешь, что ты можешь как-то использовать свой скилл. Которого нет. А то в овертрове шоу, у кого герой сильнее, тот победил, все. Но там в Рубиках так... кто сидит, ждет, стилит, тот и победил. Ну так. Ну? Как прям в КСе. Че не знаю. Нажми лок и старт. Угу. Я буду матерью дракона. Матерью дракона. Дом. Дом Блэк. Ой, там столько деревьев, буду так пилить. Давай свапнемся. Да, не нормальный. Ой. А куда можно привалиться? Куда? На всю карту. На базу можешь. Как я должен выиграть на этом герое? Там не скажешь. Против антимага. Бобик думает, как нас законтрпикать. Какой герой заходит, чтобы законтрпикать все наших 9 героев? Лёша, у тебя символ на Старков похож. Я помню, что произошло со Старком. Это было самое первое мое разочарование в «Игре престолов». Когда вроде как главному герою трубили публично голову. Так, что происходит? Что набрать здесь? Псики. А еще что-то посоветуете? Да, посоветую еще Тревелла брать. И этот, как его, господи... Меку. Очень полезна этим. Серьезно? Отрывала. Работает на пазл? Нет. Серьезно, нет? Иди сюда. Алло. О, уже ФБшечка. Ребята, у меня здесь лишак красный. Снизу, смотрите. Реально легко вообще. Два удара. Тут каждый сам за себя, что ты. А я уже отрывал. Второй, я уже четвертый. Как ты четвертый зам? Я нормально катаю. Пощади. Сюда иди. Ой, лишак бежит. Давай. Там лишак на меде, ребят. Надо убить. Надо определенно иду убивать. Вот это виномайстер взял, зачем? А зарядите мне что-то стиков по-братски. Ой, Виверна, парни, хелп! А у кого? Где ты ДД нашел? Там руки с ними клети. Хорошо, Лёшенька, так. Отлично. Лёшенька. Хорошо. Мансуем. Ой, у меня тут на хосте Флетчер. Да пошел в жопу! Вот это экшен происходит. О, там шмотки дают. Давай, Азик, все вперед. Нет, лесная крыса. А где шмотки? Я понял. Да, Лёша, ты вот это ты играешь. То есть фокус пошел уже такой, да? О, ты посмотрите на эту крысу. О, тут руны иллюзии, вау! И ДД лежит еще. Так, я сейчас вас тут поразвожу. Сосунки. Забрали шмотку там? Да, с кем забрал? У тебя 4 фрага, ты крыса вонючая. Нет, скиф нет! Мы друзья! А куда на базу бежит герой у меня, скажите? Вражеский. Ну,
А, он там на фул полечился. Отличный план. Скиф, мы друзья. Скиф, мы друзья. Нет. По-моему, Скифа нет тут друзей. Ах вы. Да, я тоже знал сюда. Ой, как насыпает этот еще виверный какое-то дерьмо. Лазер, лазер. Есть жбучка. Ой. Нет. Хорошо. Сори, братишка. Оп, живем, хилимся. Has killed the leader for 5 bonus gold. Сюда, а я лидер, понятно? Так, что вы там говорите? Чего вы меня бьете? Бля, че он меня тоже бьет, этот был? А герои такие, конечно, ничего не могу. Да. Ой, кто-то ультракил дал. Хотя у кого-то тинкер. Он, кстати, на первом месте. Каким образом? Item about to be delivered. Сейчас я вам туда роботов напускаю. Стой, братишка, не надо. Зачем? Надо, надо. А где айтем на туре? Эмил хейтит меня. Когда он будет delivered? Здорово. Не, здорово, здорово. Йоу, 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 йоу. А когда айтем будет? Отлично. Вон же он. Если бы я знал, что так будет поздно, то... А, это лишь шаг. Это мясорубка, ребята. Сбалансированный герой. Лёшенька. Блин, ракета не попал. Стой, стой, ну отдай меня по-братски. Отсоси. По-братски ему. Да ты посмотри на это, вы такие крысы. Блин, этот лишак, бегающий на базу, блин, каждые 2 секунды. Ща я вас законтрю. Крысы, господи. Не добил! Стики! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Братик, братик, Флетчер! Братик! Нет! Лёша! Брысь! Убери птицы свои вонючие! Ах ты ж крыса! Ща я вам покажу. А на иллюзии, интересно, своей можно телепортироваться? Да, собака. Ой, какая мясорубка намечается. Хорошо, пошло. Так, 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 работаем, работаем. Работаем это. А где айтем? А, вижу. Эмил, стой. Давай, стой. Отличненько, отличненько. Работает. Дозор. Нет, Лёша, Лёша, убери, убери это, Лёшенька, да пожалуйста. Хорошо, хорошо. Только потому, что мы с тобой друзья. Ой-ой-ой. О-о-о-о. Жесть. Надо Скифа убивать, он только не... Игра офигенная, я не знаю, мне реально нравится. Отстаньте от меня. Шикарно. Вообще пофиг, кем играть. Тут реально, если ты не дурачок, то ты понабиваешься. Что-то ты там рассказывал, Вансер, Рихер, Вансер. Ох ты, там можно и под фокус. Еще один шакал. Ой, я не знаю, что ли. Нет, блин, рядские глисты мне птицу убивают. Так, там птицам и надо. Так, тревелишки. Деревья. Да, работает. Нет. Так, воу, все, огонь. Сейчас мы вам покажем. Сейчас все будет, детки. Где, где тут мясорубочка? Антимага бьем, шарублей. Стой, давай, ты давай. Верно, нет. О, хорошо, привязали его так. Кому килл отдать? Отдаю, бесплатно. Подходи к, к синей спидло. Точке. Кому ты отдал? Спидло, сори. Крыса. Еще голду насыпаю. Не успеваю, ребят, не успеваю застилить. Хорошо, пошло! Да как вы так быстро убиваете?
пошел вон, виномансер. Ты чё, Эмил? Такая мясорубка, я иду, ребят. Я не хотел. Это моя зона, уйди. А есть еще кто там? О, хорошо, есть. Так, ну давайте вот. Так. Снял. Айтем. Это Тактик Мейдж, этот... Буду мстить. Так я никого убить не могу, я вам отвечаю, ребята. Зачем ты контролишь так, Лёша? Не надо. Так, где Дагон? А Дагон нельзя собирать? Нет. А что тут не написано тогда такое? Бах. О, тут не кращи, можно купить. Так вот. Забежал на мою базу. По ошибке. А хватит за мной прыгать, алё, макака. Так, похилились. Кращей соберем. Я же знал, что Дагон нельзя, я не собирал эту гадость. Так, я не успеваю с вами, у кого там 12 скиллов? Скиф, варюга, крыса. Монетки? Все валим скифа. Не трогайте меня. А чё ж, а что он тупо в меня прыгает? Ты кобыла. Лол. У меня что-то под фокусом. Роботы работают. Давай. Лёша, ты такой вор, конечно. Таким ворам на жизни не место. Скифу, ты герой нечестный. Я согласен, скифу герой вообще нечестный. Эй! Е, бичес! Давай, скифа рубим! Рубим скифа. Ну, опять флэшер, дебильный. Ой, а Эмиль, какой дэмэдж? Стой. Пощади. Сейчас все будет. Где вы? Где булки где? О, шмотку несут. Шмотку. У меня слота не было, господи. Эй, перевязочки. На башню, ребят, так. Давайте, роботы, работаем! Хорошо, один есть! Ой, башу, ой, как башу! Птичек твоих. Что я тыкнул просто? А сюда можно взлететь? Не, не знаю. Берём ДД и полезно. Ребята, скифу 18 фрагов. Кто умрет скифу, тут вот. Все валим зеленого. Все на скифа. Никто больше... Лёша, не трогай меня, бей скифа! Шторм глупый. Все тимбера. У него 18 киллов, господи. За что? Все, дэмэдж дают. Алло. Хорошо. Все тимберы, ребята, все тимберы. Никто не бьет никого больше, только тимбера. Ищем его на карте и убиваем. Все играем честно. Забудьте такого героя, нет. Он говорит тимбера. Нет, тимбера я имел в виду. Давай, Лёшенька, так его, так его! Хорошо! Фраг, работай там он. Лёшенька, ты думаешь, далеко уйдешь? Куда ты собрался, детка? А где ты есть? Блинкаут сделал? Ребята, все тимбера, он сейчас крысит где-то, я вам отвечаю. Крысит, чувствую, пахнет просто этими говняшками. Говняшками от тимбера. Ребята, все на тимбера. Огонь. Да я не тебя, а ты нет. А до тимбера 19 скиллов. Кто умрет, тот Валентин Киркоров. Тимберу никто не умирает. Собрались, пожалуйста. Тут сейчас очень важно собраться. Тимбер, вот он сейчас по-любому где-то накрысит. На скиллов тимбер. Внимание! Ребята, что? Тимбера ищем. Не пошло. Все тимбера. Я не хотел. Так, кто умер тимберу? Эмиль, понятно. Как в Пуржварс, так и здесь. Все. Два тюрбана разочек, вообще пожалуйста. Огонь игра, я бы еще шпилил это. Ну, пожалуйста, давай разок рубиков, и если не понравится, то сыграем это.
Grand Magus Wars называется. Ну, мне скачать надо. Так она весит пару метров. О, он говорит Dota Strikers, что good. И графики.